Певица Лолита Милявская рассказала о проблемах с голосовыми связками, которых, как оказалось, нет. Такое заявление артистка услышала от зарубежных специалистов, которые тщательно смотрели ее. Лолита объяснила, что фониатр, к которому в Германии она обратилась из-за проблем с голосом, рассказал, что связок у певицы давно нет. Оказалось, за 35 лет пения живьем они стерлись. И этот физиологический процесс не остановить. Доктор поспешил успокоить исполнительницу, отметив, что она все-таки будет петь, поскольку такие примеры в мире есть. Вместе с тем, он посоветовал певице беречь голос. Милявская признала, что для нее главное – для живого пения использовать то, что осталось. Артистка перед выступлением старается говорить как можно меньше. Кроме того, она отказалась от посещения караоке.